Добрый день, дорогие друзья! Это видео будет называться «С первым снегом Барнаул». Вот прям с кухни снимаю. Зашел домой, еще не было. Буквально поужинал, выглядываю в окно и вот. Поглядите, какая красота. И снег идет большими-большими хлопьями. Не знаю, видно вам, нет? А нет, вам видно, летят как снежинки большие. Вот такая у нас погода в Барнауле, причем очень резко поменялась. И вот первый снег выпал. Вот прям на деревьях, смотрите, как красиво. И там где тоже все деревья в снегу. Сегодня у нас 29 сентября. Сегодня уже второе видео о погоде. Наверное, вам надоело, но смотрите, какая прекрасная. Прекрасный вечер у нас в Барнауле, причем заснеженный. Еще знаете, как это не смотрится, потому что листья зеленые и на них снег прям лежит. Это так редко бывает, но бывает. Вот зеленые листья на клёнами. Клёнами это растет. И вот посмотрите. Дорожка вон черненькая. Вон велосипедист весь в снегу едет, как снеговик. И так буквально в течение 15 минут может погода измениться. Это говорит о том, что у нас резко континентальный климат в Сибири. В Сибири очень быстро. Сейчас закрою немного окно. Холодно. В Сибири очень быстро погода меняется. Вот представьте. Дорогие друзья, кому понравилось такое видео, смотрите его. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Канал называется «Николай Кныш. Путешествия автомобилей». Желаю всем здоровья, с первым снегом, дорогие барнаульцы!